Бам, ребята, Ёж с вами, и это небольшие новости про обновление Раста, которые ждут нас в будущем, и обновление которого готовится в скором выходе. Готовы? Так что усаживаемся поудобнее, и я вам расскажу, какие же новости об изменении в обновлениях нас ждут. Поехали! Трям-там-там-там-там-там-там. Итак, ребята, начнем мы, конечно же, с подводной лаборатории. Хотят уменьшить их количество на карте, потому что, оказывается, их слишком много. Поэтому их, конечно же, сократят. И еще момент. Красные и синие карточки будут просто-напросто убраны отсюда. То есть комнаты останутся, и в них будут теперь находиться военные NPC, чтобы вас завалить, когда вы туда зайдете. Но вам сначала надо будет найти где-то красные и синие карточки. Вот такая вот дилемма, ребята. Сложно, но можно разобраться. Дальше, ребята, подводные лодки. Большое изменение в них идет в виде того, что теперь нельзя просто так в них сидеть. В них теперь будет добавлен кислородный баллон. Вы понимаете? То есть раньше можно было просто сесть сюда и плыть, и готово. Но теперь для того, чтобы в ней находиться, нужен будет кислородный баллон. Он будет добавлен во все подводные лодки. Общее количество времени, которое вы можете в ней провести, будет составлять 8 минут всего лишь, ребята. Всего лишь 8 минут, это очень мало. По истечению того, как кислород закончится, вам надо будет всплыть на поверхность. Если вы это не сделаете и не пополните запас кислорода, то все, конец будет вам. Вот такая вот дилемма. Я думаю, это, конечно же, прикольно. Идем дальше. Итак, еще одно обновление связано с тем, что в пустыне будет огромная просто военная база. Там будут и NPC, и магазины, и все, что связано с этим делом. И еще момент, они будут окружены какой-то системой ПРО, то есть это будет супер крутая военная база. Пока картинки нету, показать не могу, поэтому пока что ждем. Ну на этом все, ребята, такие вот были новости про будущее обновление в Расте. С вами, как всегда, был Мистер Ёж. Ставь лайк, поддерживай канал. Увидимся, покедова.